Каридад Канелон, Скарлетт Ортиз, Луис Фернандес, Хавьер Видал в фильме «Ловизна». Оригинальная история Хосе Симона Эскалона. В ролях Элиса Эскамес, Милдред Кирос, Пабло Мартин и другие. Композитор Давид Монтора. Продюсер Виктор Фернандес. Режиссер Хосе Алкалде. Я хочу, чтобы ты не только сделал ее своей ассистенткой, но и постарался ввести в наш дом. Дон Пиво. Хорошо. Не теряй времени. Твоя цель — ловизна. Завоюй ее. Сделай своей. Все будет так, как задумал Хесус Феррер. С нашим профсоюзом мы не сможем вытащить Ориноко из тюрьмы. Возможно, это и так. Но послушай меня, Луис. Что ты можешь мне сказать? Адвокат так и не появился. Ребята разошлись, решив, что профсоюз нам не поможет. Чего нам ждать? Даже Лансароте куда-то пропал. Успокойся, Луис. Сегодня мы уже ничего не сможем сделать, так что пойдем лучше выпьем. Я угощаю. Тебе все равно, в тюрьме Ориноко или нет? Ты не прав. Хватит грустить, пойдем. Ты здесь, урод. Где моя подруга? Что ты с ней сделал? Луис? Ради бога, Луис, не заставляй меня вновь краснеть перед крестной. Уходи, пожалуйста. Пожалуйста, Луис. Луис, не ставь меня в неловкое положение. Уходи. Ты пришла. Я согласилась выйти так поздно из дома, не предупредив маму, только потому, что речь идет об Ориноко. Самое главное, что ты пришла, Луизна. Я слушаю вас. Я нанял лучшего адвоката, чтобы он защищал Ориноко. Он будет на свободе раньше, чем ты думаешь. Но все зависит от тебя. Что вы от меня хотите, инженер? Чтобы ты приняла мои условия.
Все камеры заперты. Хорошо. Вот ты где, Ринока Фуэго. Что, без дружков не справишься со мной? Убей его. Заткнись, я сам знаю, что делать. Что, боишься меня? Убей его. Не приказывай мне. Я не боюсь ни тебя, никого вообще. Отпусти меня, посмотрим, кто настоящий мужчина. Зажми его чину. Заткнись, тебя не спрашивают. Чино, покажи ему. Я тебе покажу, подонок. Главное для меня это Ринока, поэтому я здесь. Поторопитесь, мне надо идти домой. Пожалуйста. Нам предстоит долгий разговор, Ловизна. Тебя должно заинтересовать мое предложение. Вы ошибаетесь на мой счет. Ловизна, подожди. Пустите, инженер. Вы меня оскорбляете. Пожалуйста, не трогайте меня и не делайте своих предложений. Извини, Ловизна, я не хотел обидеть тебя. Вы меня не знаете. Вы меня с кем-то путаете. Я хочу, чтобы Ринока вышел на свободу. Но не пытайтесь шантажировать или использовать меня. Я этого и не хочу. Поможем друг другу. Каждый должен приложить свои усилия. Давайте перейдем к делу. В твоих руках будущее Ринока. От тебя зависит его судьба. Спокойно, Солидат. С тобой ничего не случится. Ничего. Спокойно, спокойно. Не заставлю тебя вспомнить те времена, когда ты работала в баре. Пресвятая Богородица, ты хранишь меня, и ты всегда со мной на этом трудном пути. Дай мне силы, дай силы моей душе, твердость моему духу, покоя моей жизни. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, избави нас от врагов наших. Аминь. Спаси, сохрани и помилуй. Кто это? Святой Марк. Ловизна, дочка, ты здесь? Ловизна. Благословенный Христос. Солидат. Солидат. Дочка. Ловизна нет в комнате. Боже мой. Солидат тоже нет. Господи. Что же происходит? Что происходит? Доктор? Не подходи ко мне. Сквозняк вам вреден, доктор. Надо беречь себя. Этот ветер не опаснее того яда, который источают все, кто живет в моем доме. Проныра. Извините, я должна заботиться о вас. Ты пришла шпионить за мной. Как ты мне надоела. Ненавижу, когда ты лезешь в мою жизнь. Визит Муруанты подействовал на вас плохо. Ты шпионила за нами, подслушала весь наш разговор.
Я вышла, как только вы мне приказали, доктор. А вот ваша сестра спряталась. Хаде? Она ничего не пропустила из того, что сказала вам Муранта, доктор. Это лиса. Я ее застала врасплох, когда она рылась в вашем столе. Она искала что-то, что имеет отношение к Муранте. А потом спросила про нее у меня. Ты ничего ей не сказала? Нет, конечно нет, доктор. Я вас никогда не предам. Но решайте, что делать с вашей сестрой. Хада настроена разузнать все о вашем прошлом. Я тебя прирежу. Брось нож. Я тебя прирежу. А того, кто откроет рот, урою. А из тебя кишки выпущу. Пришел твой конец, подонок. Ориноко в тюрьме по вашей вине. Ему грозит опасность. Снимите свои обвинения, инженер. Не уходи, пожалуйста. Что вы от меня хотите? Чтобы ты ушла из литейного цеха, чтобы работала в моем офисе. Твое место рядом со мной. Если хочешь, можешь продолжить учебу. Вы просите, чтобы я вам продалась? Я никогда не попрошу у тебя того, чтобы ты не захотела дать мне сама. Прими мое предложение, и я выпущу Ринока на свободу. Вы хотите подчинить меня своей воле и разлучить с женихом? Нет. Вы не выносите, когда отвергают ваше ухаживание. Этим ты меня оскорбляешь. Почему вы пригласили меня сегодня вечером? Пользуетесь тем, что Оренока в тюрьме? Ты мне нравишься, это правда. Ты очень красивая. Но я не хочу прибегать к обману. Ты женщина, которую я бы хотел любить. Шагай, шагай, побыстрее. Соледад, успокойся. Я тебя не собираюсь бить. И не сделаю ничего такого, что раньше с тобой не делали другие. Ты решила брыкаться, как дикая кобылка? Я тебя смогу укротить. Лавизна. Соледад. Пресвятая Дева. Это дурное предзнаменование. Боже мой, помоги мне найти моих девочек. Боже. Вернулся мой кавалер. Мой красавчик. Пиво. Самое холодное и за счет заведения. Посмотрим, по-прежнему ли ты на меня злишься. Спасибо. Слушай, Ананда, больше не трогай Соледад. Испортил праздник. Жаль. Она изменила свою жизнь. Она вышла из игры. Она все та же продажная женщина, какой была, когда работала в баре «Тигра». Она только перед тобой притворяется. Мы с ней друзья, и у тебя нет повода для разборок с ней. Посмотрите, он защищает эту лицемерку. Но ничего, ты скоро убедишься в том, что она на самом деле себя представляет. Ладно, сменим пластинку, любовь моя, и отметим твое возвращение. Я уже подарила свою любовь. И это Оренока Фуэго. Я хочу доказать тебе искренность своих чувств. Забудьте меня, инженер, оставьте меня в покое. Я знаю намного больше, чем ты. Я знаю производство и знаю, что происходит с Оренока и как его могут убрать. Кто желает ему зла? Ты. С тех пор, как ты пришла в цех, ты доставляешь ему одни неприятности. То, что ты работаешь в этой должности, делает Оренока уязвимым. Но ведь это вы приняли меня на работу. Я был уверен, что ты и дня не выдержишь на этом месте.
Но сейчас ты должна согласиться и перейти ко мне. Если, конечно, не хочешь дать повод тем, кто обвиняет Ринока во всех грехах. Но рабочие будут защищать его, я это точно знаю. За деньги можно купить все, Лавизна. Даже преданность твоих товарищей. Прими мое предложение, или Ринока будет очень трудно выйти из тюрьмы. Сделай это, Лавизна. А я оплачу услуги лучшего адвоката, который защитит его. Он никогда не примет такой помощи. Ему не обязательно знать, что плачу я. И ты ему об этом не скажешь. Это будет нашим секретом. Что ты имеешь против меня, Чино? Я тебя на куски разрежу, ублюдок. Кончай его, Чино! Чино продался полиции, заткнись! Чино, прикончи его! Я убью его, Юрари. Вавилония не позволила мне оторвать этому гринго голову. Я чуть не умерла, когда он начал бить тебя ногами. Со мной все в порядке. Я и не сомневаюсь. Ты такой сильный, такой здоровый. И даже более стройный, чем неделю назад. Я похудею еще больше, когда моя девочка заставит заплатить за весь этот разгром. Посмотри, что стало с парикмахерской. Хозяйка должна признать, что вы ей оказали большую услугу, когда избавили от этого вот гринга. Она только заметила, что я перебил ей все флаконы. Наверное, сейчас подсчитывает убытки. Мне зарплаты не хватит, чтобы расплатиться с ней. А я бы гордилась, если бы такой мужчина, как ты, заступился за меня. Она поостынет и признает твои заслуги. Как бы не так. Я уже привык к тому, что эта кошка меня презирает. Как сверкают ее карие глазки, когда она издевается надо мной. Да, детка, я кретин, Юрюари. Ничего подобного. И как меня угораздило в нее влюбиться. Бабилония никогда не обратит внимания на меня. Тебе не хватает хороших манер, мой мальчик. Ты должен научиться правильно двигаться, говорить. Может, тебе надо изменить прическу? Привести в порядок руки. Не мужское дело, я лучше пойду. Нет, нет, Лансарота, останься. Давай я займусь тобой. Приведу тебя в порядок. Клянусь, ты не пожалеешь. Ты будешь жалеть, Гуасипати, если не откроешь мне дверь. Я не дам тебе спать всю ночь, пока ты не скажешь, где Сальвахи. Я заткну уши ватой, Бабилония. Можешь орать всю ночь. Я не подумаю с тобой разговаривать. Пожалуйста, делай как хочешь. Тебя надо было бы засадить в тюрьму вместо Ориноко. Осудить на пожизненное заключение, посадить на электрический стул, пока не поджарятся твои мозги, и ты не признаешься, где Сальвахи. Я тебя заставлю сказать, где она. Займись своими делами, Бабилония. У тебя тоже рыльце в пушку. Это ведь ты приложила руку к тому, что сделала Сальвахи. Послушай, чудовище, я лучшая подруга твоей дочери. Я ее жилетка, кретин, палач. Я единственный человек в мире, кто мог выслушать ее. Пошла вон из моего дома, Бабилония, иначе я тебя сам выставлю. От тебя можно ждать чего угодно. Ты можешь выйти голым, перемазанным сажей, чтобы распугивать женщин. Но я тебя не боюсь и не сдвинусь с места. Я никому не дам спать. Выпустите меня. Выпустите меня отсюда, пожалуйста. Я хочу выбраться отсюда. Я не просила привозить меня сюда, не просила, чтобы меня обследовали. Пожалуйста, выпустите меня. Я не буду молчать. Откройте дверь. Откройте немедленно. Выпустите меня! Что вы со мной хотите сделать? Что это такое? Это успокоительное, но поможет тебе заснуть. Нет, нет! Усыпляйте других, а меня не надо! Я не хочу! Пожалуйста, нет! Отпустите меня! На помощь! На помощь! Мне хотят сделать укол! Помогите! Ah!
помогите, ну кто-нибудь! Почему вы не хотите мне помочь? Я не могу находиться здесь, среди этих немых! Пожалуйста, прими успокоительное. Нет. Боже мой. Боже мой, здесь меня никто не увидит. Никто не сможет найти меня здесь. Все беспорядки устроил этот рыжий. Этот полицейский дружок Чина. Он ему дал оружие, чтобы тот убил меня. Заберите его. Они же друзья. Давай, пошел. Ты подвел меня. Не смог разрядить обойму в Ориноко. Но тебе одному придется отвечать перед этими громилами с завода. Будь ты проклят! Мама, я сама открою. Диамант, сегодня вечером ты снова уйдешь? Ты не заметила, что я уже выросла и сама отвечаю за свои поступки? И просить разрешения у тебя не собираюсь. У меня есть право знать, что ты делаешь и с кем встречаешься. Пусти меня. Кто? Куда ты идешь? Ненавижу расспросы. Хватит, мама. Возвращайся домой, Диамант. Даже если будет поздно. Пио может спросить про тебя. Ты не должна отчитываться за меня перед ним. Мы живем под его крышей, не забывай об этом. Очень скоро она станет нашей крышей, мама. Может быть, уверена в этом. Я тебе это обещаю. Быть рядом с тобой, Диамант, это сказка. Пожалуйста, не возвращайтесь поздно, у нас и так проблемы. Извините, сеньора Хада. Как вы себя чувствуете? Не обращай на нее внимания. Мама сегодня нервничает. Если ты сейчас заведешь с ней разговор, то мы никуда не пойдем. Пошли. Что же я буду делать одна? Я места себе не нахожу без Ориноко. Господи, защити его. Дай мне надежду. Кто там? Сеньора Невис Фуэго? Да, это я. Много лет я пытался представить себе ваше лицо, сеньор Невис. Я вас не знаю. Хосе Мигель Андуэса. Я вас наслышан. Ничего не понимаю. Мне понадобились бы долгие часы, чтобы все объяснить. Позвольте представиться. Я адвокат, который будет защищать вашего сына Ориноко. Крестные девочки вернулись? Нет, дочка, ни Лавизны, ни Солидат. Я уже устала звонить в парикмахерскую Бабилонию, там тоже нет. Значит, они где-то втроем. Что они могут делать в такое время? Лавизна всегда меня предупреждает, прежде чем уйти. А, Солидат уже спала. Происходит что-то нехорошее. Боже мой, крестные, даже не думайте так. Ваши предчувствия всегда сбываются. Пресвятая Дева, что же это такое? Я даже не могу тебе свечку зажечь. Крестные, это сквозняк. Это нехороший ветер, Конкордия. Это знак. С моими девочками происходит что-то плохое. Боже мой,
Где Желовизна? Где Соледад? Позволь. Бутылку вина, пожалуйста. Ты какое предпочитаешь, белое или красное? Я ничего не хочу, инженер. Пусть будет белое лучшего урожая. Выпей со мной хотя бы бокал. Мне нечего праздновать, инженер. И если я приняла ваше приглашение, то только потому, что, по вашим словам, сюда должен прийти адвокат Оренока. У меня совсем нет настроения. Ты снова мне не доверяешь. Вы непростой человек, инженер. Почему вы не хотите, чтобы на комбинате узнали о вашей помощи Оренока? Потому что хочу избежать ненужных проблем. Вы управляющий, вы знаете, что выдвинутые обвинения несправедливы. Ваш долг, как представителя завода, защитить его. Ты такая красивая, Лавизна. Я задала вам вопрос, инженер. Ответьте мне. Постарайся убедить Оренока в том, о чем мы с тобой говорили. Он не согласится на то, чтобы я оплатил услуги адвоката. Он видит во мне своего врага. Возможно, Оренока прав. Проблема Оренока в тебе, Лавизна. Еще раз вы до меня дотронетесь, и я уйду. Оренока боится потерять тебя. Он знает, что я его соперник. И я буду бороться за тебя. Соледад, здесь нас даже Бог не увидит. Поблизости нет ни домов, ни селений. Никто нас не увидит. Не подходи ко мне, подонок. Мне нравится, когда женщина выпускает коготки. Не трогай меня. Пожалуйста, не трогай. Что ты со мной хочешь делать? Я разрежу веревку. Иди ко мне, Соледад. Иди ко мне. Пусти меня, трус! Ты станешь моей. Да, ты станешь моей, Соледад. Останься со мной на ночь, Луис. Ты меня слышишь? Да. Останься со мной до рассвета. Этой ночью не могу, Ананда. Мне завтра в первую смену. Ты не можешь мне отказать. Сегодня у меня особый день. Почему особый? Какая разница? Принеси мне еще одно пиво. Для настроения. Я сейчас вернусь. Мой повелитель. А мужичок тебя не подведет? Зря надеешься. Этот не подведет. Я думала, что он больше здесь не появится после вашей стычки с Солидат. Еще не родился тот мужчина, что оставит Матаморос с носом. Я всегда получаю от них то, что хочу.
И ты веришь, что Монтека справится с твоим поручением? От и до. Соледад не сможет больше изображать из себя святошу перед Луисом. Монтека, должно быть, уже закончил свою работу. Ты меня не испугаешь. По мне так оглохни от этой ужасной музыки, если не хочешь слышать меня. Но я с места не сдвинусь. А ну, выползай оттуда, трус. Я говорю, выходи, трус. Послушай, трусом меня еще никто не называл. Где моя подруга? Где Сальвахин? Бесстыжий! Ты меня достала, сорока болтливая. Отпусти меня, наглец. Я сейчас с тобой такое сделаю, тебе мало не покажется. Со мной поступили ужасно. Меня осмотрел гинеколог против моей воли. Как возможно, чтобы врач работал в таком месте, как это? Ради бога. Я не отдам ключ. Отсюда никто не выйдет, пока не решится заговорить со мной. Хотя бы ответьте мне на вопросы. Черт побери, пусть я допустила ошибку. Я это знаю. Ну, поговорите со мной, прошу вас. Я знаю, что не должна была позировать этому гринго. Да, это так. Но я просила прощения на коленях. Плакала. Почему же меня продолжают наказывать? Почему вы не хотите помочь мне? Мне хотелось бы знать, сколько здесь таких, как я? Сколько здесь потерянных душ? Вам так многого нельзя? Смеяться нельзя, плакать нельзя. Быть свободными. Сестры, подруги. Прошу вас. Не дайте совершиться несправедливости. Ради Бога. Помогите мне сбежать. Я должен уйти, пока не вернулась в Вавилоне. Юруари, дай мне рубашку. Сначала я ее постираю. В таком виде ты не можешь выйти на улицу. А если тебя схватит патруль? Кто меня действительно схватит, так это моя крошка, если застанет здесь. Ну, ты еще и брюки-то не снял. И не сниму. Поторопись, Юруари. Тебе бы прилечь, чтобы крем лучше впитался. Хорошо? Я сейчас приду. Не оставляй меня. Нет, нет. Пахнет кокосом. Вот это настоящая кровать. А не развалюха, на которой я сплю у Гуасипати. Юруари, Юруари, ты уже спишь? Сестренка, тебе придется встать. Лансарота мне такое устроил. Вставай, помоги мне привести все в порядок. Сестренка, ну поднимайся же. Ну, давай. Надо посчитать убытки. Завтра я засуну счет Лансарота в его рваный карман. Да что с тобой, сестренка? Ты так накричалась, что охрипла? Ну, ладно. Я заплачу тебе. Куплю лекарства для горла. А этот голодранец Лансарота за все заплатит. Ну, хватит. Не уходи, доченька. Ты придаешь мне силы. Крестная, мне больно видеть вас такой. Ветер не утихает, Конкордия. Я чувствую его порывы, словно он хочет сообщить мне что-то ужасное. Бог этого не допустит, крестная.
Почему мои дочки ушли? Они никогда так не поступали, Конкордия. Успокойтесь, крестная. Я уверена, что они где-то вместе. А мы здесь сидим и волнуемся за них. Господи, верни мне моих девочек. Верни их целыми и невредимыми. Кто это? Это ветер хлопнул дверью. Нет, это что-то другое. Боже мой! Господи, Соледад! Доченька, что случилось? Что с тобой сделали, Боже? Дочка. Угощайтесь, доктор. Спасибо. Мне вас послали небеса. Я уже отчаялась найти хорошего адвоката, который смог бы защитить моего сына. Оренок выйдет из тюрьмы. Я ведь все вам объяснил. Не считайтесь расходами, доктор. Этот дом вам может показаться одним из самых бедных, но у меня есть сбережения. Деньги, которым я не притрагивалась. Деньги, которые вам много лет подряд посылал ваш старший сын? А вы откуда это знаете? Что вас связывает с моей семьей? Говорите. Много лет назад я учился в одном из интернатов Каракаса. И там я познакомился с мальчиком из города Боливар. С тех пор он мой лучший друг. Именно он попросил, чтобы я вел дело его брата. Защиту Оренока оплатил ваш сын Карани. Это не я начал драку. Я не заслуживаю карцера. Попрощайся с жизнью. Кто стоит за всем этим? Этого я тебе не скажу. Но ты здесь сгниешь. Закрывайте дверь. У меня должно хватить сил, чтобы выбраться из этой ловушки. Чтобы вновь увидеть тебя, Ловизна. Все это какой-то фарс. Я просто теряю время. Вы меня обманули, инженер. Этот адвокат не придет. Я договорился с Хосе Мигелем, что буду ждать его здесь, он появится. Пожалуйста, давай подождем еще немного. Я хочу вернуться домой. Я никого не предупредила, что ухожу. Эта встреча не имеет смысла. Ловизна, ты заставляешь меня думать, что я тебе неприятен. Я не сделал тебе ничего плохого. Я вам не верю, инженер. Посмотри мне в глаза, Ловизна. В них ты найдешь правду. Они красноречивее слов. Но это уже слишком, Хисус. Ты с этим ничтожеством? Я должен выбраться отсюда. Я не могу погибнуть в этом аду, оставив тебя одну, Ловизна. Будь осторожен, белобрысый. Кто ты? Не имеет значения. Будь начеку, слышишь? Они тебя в живых не оставят. Почему не взялись за меня? К чину Растреба приходил поговорить один тип при галстуке. Большой начальник. Он приказал ему убрать тебя. Когда это было? Что за начальник? Ничего не могу сказать тебе про него. Но здесь нельзя никому доверять. Полицейский, который тебя запер, продажный. Он дал чину оружие для того, чтобы тот меня убил. Они поделят добычу между собой. Возьми, белобрысый. Нет, мне не нужно оружие. Белобрысый. Нож в тюрьме — это все равно, что паспорт на воле. Возьми его, возьми. Человек похож на большого начальника. Нет, Карани. Ты не мог так низко пасть.
Ты не можешь стать убийцей. Mujer jovial, el amor.